Я все вижу. Кто это рвет стул? Лучик, ищи, кто стул рвет. Он такой, а что происходит? Блинец, ты видела? Как насчет выдачи всем по тараканчику? Кто за? Лучик такой, я ничего не знаю, я стул не трогал. У меня просто ножка чешется. Да? Чешу ножки. Ой, а что там? Только посмотрите. Там ничего нет. Завтрак в постель. Ты чё, его не видишь? Блинчик. Нифига себе. Как так-то? Такое разочарованное лицо, а мне? Мне же тоже обещали тараканов. Лучик. Тебе сейчас тоже принесем. Только других, более элитных. Будешь? Ну прыгай, луч. Давай, иди, я тебе дам. Вкусное. И что? Держи. А. Ты не хочешь, что ли, таракана? Ну-ка ешь. Молодец.
толще. Как у тебя проваливаются хорошо. Ты прятать самое голодное лицо. Смотри, что у меня есть. Таракан. Да, не сверчок. Грусть. А что ты попой вперед-то неудобно же? Есть кто еще? Выходите. Ты будешь еще? Хватит думать, ешь. Сейчас выпадет. Вон кто-то проснулся. Тут вкусное дает. Держи. Ой. Держи полезное. Нет? Будешь еще одно. Это был мой палец. Это не таракан, это палец. Вот таракан. Ну, съешь его. Лучик, ты еще будешь? Да. Держи его. Не будешь, я заберу. Наелся. О, вот он, толстый вылез. Смотри. Тут у него кусь за палец будет ощутимый прям. На. Такой, кто стучал, я пришел. На тебя большого.
пинцета не кормлю, потому что они за металлические железочки эти кончики хватают и могут зубы поломать. Поэтому лучше так. Ты проглотил его? Иранские облефары группы живут. У меня самец, две самки, все время вместе. И как бы проблем у них не замечается вообще, не вообще. То есть они не дерутся. Даже когда кладки клали, у них не было никаких конфликтов. Самки самца просто игнорировали, если он к ним приставал сильно, они его отгоняли и все. Ну, а две самки вот эти вот очень хорошо с собой. Между собой общаются. О, кто-то тоже вылез погулять. И Лучик пришел, да, Лучик смотреть на всех. Что там? Ты всех своих тараканов съел уже? Ай, теперь глаз тебе нужен. Третью позовите, что она там прячется. Это уже все таракашки у вас. Да, или все, ты наелась? Лучик, кстати, нападает на вот этих вот иоблефаров. Я как-то фотографировала большого, а Лучик пришел и начал это его пытаться у меня забрать. Ты там чего? Давай выходи, я тебя тоже покормлю.